К новому учебному году готовы. Межведомственная комиссия проверила текущее состояние гимназии номер 44. На территории образовательного учреждения осмотрели новый стадион, а в здании классы и пищеблок. Баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки и воркаут-зона. Спортивный участок на территории гимназии номер 44 уже готов к урокам физкультуры. Пустое поле превратили в оборудованный стадион. За 20 дней мы устроили спортивное ядро, современное, с профессиональными баскетбольными щитами, огородили заворотные зоны, сделали подход к спортивной площадке. Гарантийный срок по контракту 3 года, но я надеюсь, что спортивное ядро прослужит ученикам школы долгие годы. В рамках подготовки к новому учебному году приобретены учебники и пособия для школьников. Кроме того, межведомственная комиссия проверила состояние столовой. Питание всегда позволено. И у нас также теперь в соответствии даже с новыми требованиями организаторов питания также будет проверяться 2 раза в год. Комиссия выполнит проверку люберецких школ до 13 августа. На сегодняшний день приняли 75% образовательных учреждений. В ряде учреждений по настоящее время до 15 августа будут проводиться ремонтные работы. Это и благоустройство прилегающих территорий, и ремонтные работы внутри помещений. В составе межведомственной комиссии находятся сотрудники ГИБДД, полиции, Роспотребнадзора и других служб, которые отвечают за бесперебойную работу школ. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.